Почти 300 правонарушителей выявили сотрудники полиции в ходе рейда на железнодорожном вокзале Астаны. В основном к административной ответственности привлекали за распитие спиртных напитков в общественных местах. Были и случаи мелкого хулиганства. Правоохранители проверили не только территорию вокзала, но и прибывшие в столицу поезда с сообщением Ерейментау-Кокшетау и Астана-Караганда. Кроме того, стражи порядка провели более 40 разъяснительных бесед с жителями, чьи дома располагаются вблизи вокзальной площади. Рассказали, как поступать и куда обращаться, если на их глазах хулиганят. Нетерпимость к правонарушениям должна быть у каждого казахстанца, считают полицейские. В этот период у нас проводится отработка как на железнодорожном вокзале, станция на перроне и на станциях в целях недопущения, получается, совершения правонарушений, таких как мелких хулиганств, осквернение мест общего пользования, выброс мусора, курение в неустановленных местах и так далее, переход железнодорожного пути в неустановленных местах.